На протяжении ряда последних лет Одинцовский военный комиссариат неоднократно становился лучшим в Московской области. И нынешний год не исключение. Военкомат нашего района стал первым обладателем только что учрежденного переходящего кубка имени генерал-майора Корнилия Черепанова, награды, вручаемой лучшему комиссариату региона. Поздравить военкома Вячеслава Клявиня с вековым юбилеем ведомства и заслуженной наградой пришли представители общественной организации «Офицеры России» и сторонники политической партии «Единая Россия». Рад, что есть возможность лично, как человек человеку, как офицер-офицер, увидеть вас сегодня, обнять, поздравить именно в преддверии большого такого юбилея. Но вы на посту, вы на месте и делаете очень огромную, большую работу. Знаю это не понаслышке. Александр Головашкин призывался в ряды вооруженных сил именно из Одинцовского военкомата. Также почетной грамотой был награжден начальник отделения учета мобилизационных ресурсов подполковник Артур Икерт. Конечно, добиться таких стабильно высоких результатов, которые показывает военный комиссариат нашего района, невозможно без профессиональной коллективной работы. Я горжусь тем, что у меня такой коллектив, мне доверено им руководить. Я знаю, что я тоже частичка его, я тоже что-то вкладываю в него. Этот пазл. Вот. Но у нас получается. У нас получается. И вот Артур Артурович, это моя правая рука. Вместе с офицерами России военный комиссариат принял поздравления и от сторонников партии «Единая Россия». Впереди у Одинцовского военкомата непростая весенняя кампания, в ходе которой в российскую армию из нашего района будет призвано 250 молодых людей. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».